Главной проблемой для развития бизнеса является нехватка квалифицированных кадров. С одной стороны, это происходит по причине чисто демографической, старения населения. И с другой стороны, речь идет о том, что система профессионального образования, среднего, высшего, она не готовит специалистов, востребованных рынком труда. Возникает своего рода разрыв между потребностями рынка труда, меняющегося достаточно быстро, обновляющиеся технологии к этому ведут, и системой подготовки кадров, которая ориентирована на компетенции 5-10-летней давности. Мы называем последнюю в новейшую историю 20 последних лет, 20 потерянных лет, когда прежде всего экономика развивалась по лекалам либеральных рыночных отношений. Либералы-монетаристы внушали, что рынок все устроит, что России не нужна промышленность, а нужно то, что будет действовать на рынке, по принципу купи-продай. И вот исходя из этого, последние 20 лет мы и развивались, когда не уделялось времени кадрам промышленности, а промышленное производство и основа развития государства. Поэтому на сегодняшний день, когда промышленность возвращается на рельсы, связанные с внедрением более современных технологий, ощущается фактор того, что у нас в стране ярко выражена нехватка соответствующих специалистов, особенно в отраслях, которые требуют глубоких знаний и навыков. Мы должны признать здесь, что мы испытываем определенную поражение, причем такое перманентное поражение на протяжении многих лет. Связано оно прежде всего с идеологией, с пропагандой, с изменившимся трендом, который на телевидении существует сегодня по сравнению с советским телевидением, когда чрезмерное захваливание человека труда привело к отторжению этой идеи. В равной степени, как и сегодня, человек денег затмил собой абсолютно все, и продажность является одним из аргументов или, будем говорить, одним из атрибутов твоего движения вперед. Причина, помимо вот этого дисбаланса в системе образования и потребностях рынка труда, еще и психологическая, потому что для большинства людей, для большинства, в первую очередь, родителей и абитуриентов, сам факт наличия высшего образования у их ребенка – это некий мифический пропуск в хорошую жизнь. Это некая хорошая зарплата, некое положение в обществе, некий социальный статус, некая работа, которую их чадо как бы должно получить. Как это все ликвидировать? Ну, во-первых, вот восстанавливать действительно, так сказать, престиж этих профессий за счет просто объективного рассказа о том, сколько там реально сейчас грамотные люди получают, а они сейчас получают уже немало. Об этом просто зачастую не знают.